Мы продолжаем. У нас сегодня у нас последний. Так, вот это надо удалить, на всякий случай. Так, это у нас последняя серия по ней. Не переживайте, мы по ней тоже вернемся только на втором канале. Так что сегодня у нас еще две, наверное, сегодня еще две видео остается у нас после этого. Естественно, средневековые. Выживание, которое... Ну, там мы будем живую стрим, естественно, с чатом, как я уже говорил. Извиняюсь, что повторяюсь, но просто, чтобы вы знали. А мало чего, если вдруг я буду играть уже другую игру, уже без своего участия, голоса. Ты же никогда не преугадаешь. У нас уже ночь, я помню. Мы там это построили, все не ходило. Доски дали. Отлично. Мы сейчас и здесь ничего делать будем. Строить себе удочку. Для того, чтобы рыбачить. Да. А теперь нам нужна и кроватка. Нам нужны гвозди. Сделали. Нам только доски нужны 6 штук. Но это будет не просто, потому что их надо собирать, нужно построить кроватку. Мы строим все необходимое для того, чтобы все таким образом. Но, к сожалению, это у нас, да, как я уже говорил, это у нас последняя серия. У нас идет это, как я уже сказал, не стоит переживать, там у меня дату уже есть здесь, в этом основном канале. На втором канале там будет идти там одиночный и мультиплеерный. Но только одиночный там будет всего 2 сезона и мультиплеерный тоже. И Summer Days, в принципе, то же самое также относится. Изготовили. Теперь нужно изготовить еще одну. Доска нужна одна. Нужна доска. Так, я иногда говорю тихо, не потому что так хочется,
Это тогда ясно, если хочется прислушать там по поводу того, что там творится. Крючок мы сделали, покинули, новое сделали, отлично. Так, а теперь кровать. Ну, кровать мы ставим здесь рядышком. Только вот все, да. Нужны доски, мы сейчас выбор с радостью. О, о, есть. Один сюда. Нам нужны много материала. Так, по поводу рыбачить мы сможем, жарить мы можем. Так что все необходимо, все сделали. Доски нужны. А, чуть-чуть пластика не хватило. То, что ближе, ну лучше туда. Так, сейчас поберем. Достаю. Это максимальный предел. Только пластика не хватает. Да, я в курсе, что все убывает. Сейчас мы покушаем. Отлично. Не дотянусь. Слишком далеко. Есть. Пусть жарится, пусть жарится. Я съем только то, что у меня сейчас есть, он готовый уже. Мало, конечно. Вот это кушаешь рыбу. С них наоборот хорошо дает вам сытость. Заранее мы кушаем. Уже поспали до рассвета. Что ж. Ребят, вы не обижайтесь, если даже если видео будет такое иногда коротенький. Акула на меня нападает. Бочка уже выплыла. Я их не достану уже. Во, все починили. Сейчас будем дальше расширять, наверное. Не, вряд ли, потому что мы уже скоро будем так пока расширяться, будем сейчас изучать. Все то, что у нас сейчас есть с собой.
Да, как я уже говорил, до рассвета мы спим. Тоже скоро рассвет, и так контролируем. Так, у нас уже есть, отлично. Руку идем. Так, крючок у нас еще нормальный. Убрали. Да, по одной штучке ты изучаешь материал. О, более выгодный. Так, вроде все, мы там изучили то, что нужно. Так, тебя выбрали свои. Не, мы пока будем тебя пользоваться, потому что ты еще это. Не просрочен, типа, не закончился. Ловим, рыбачим, рыбачим, рыбачим. Конечно, есть такая рыбалка игра. Мы уже давно по ней уже играли, снимали бесплатно. Некоторых я не видел. Может, наверное, нет. Кладем. А, доска просто закончилась. Понятно. Я только за полочками больше всего люблю, потому что там нам поры, и там все есть. Ну почему ты так ловишь? Ладно, ничего страшного, мы всего лишь путешествуем во всем мире. Сурую то съесть, то вот этот можно, но лучше пожать, чем сурую есть. Правда? Ну что ж, друзья, я эту серию закончу. Ну, я просто сохраню, может быть, я буду в него еще играть, а может нет. Нет, скорее всего, я не буду, потому что все, я удаляю потом это сохранение. Мы будем играть по новой, потому что прохождение по ней будет только на втором канале, там чисто будет все. А здесь ее не будет, потому что уже все. Остается пока что у нас средневековая игра, вот, и по ней мы будем немножко позже, потому что я немного отдохну, потому что сейчас я же буду монтировать и выкладывать это все, то, что я сейчас вам поснимал. Огромное вам всем спасибо, всем пока.